Доброе утро! Ну что, я попробовал записать видео в регистре, как обменять украинские права на канадские, и вы видите, что из этого получилось. Доброе утро! 18 апреля 2023 года, за бортом плюс 15, подъезжаю к регистре для того, чтобы убедиться на собственном примере, что в Канаде, в Альберте, теперь не нужно сдавать никаких экзаменов, чтобы получить водительское удостоверение. Поэтому попробую все записать на камеру, чтобы вы видели, что будут спрашивать. Итак, вот мы подъехали уже к регистри. Сейчас зайдем, посмотрим, что, судя по всему, очередь большая. Я, кстати, сегодня вот на таком вот козлике. Эй! I'm fine, thank you. How are you? Good. We need to change our driver license. Ukrainian driver license. On? What? Is your camera on? I he filmed me. Only him. No, prohibited? Really? Нельзя снимать, говорит. Sorry? Yep. No filming in the registry, I'm really sorry. It's against, like, you can't film in our registry. You're more than welcome to make notes on paper. Okay. Of the process, but no filming. Sure, okay. If I find that you're filming, we end everything, you all leave. Sure. Okay. Thanks. Okay, there's no filming. Okay. Confirm that that's turned off or it's not on. Yeah. What's this on your... Да, действительно, можно обменять водительское удостоверение Украины на канадское без сдачи каких-либо экзаменов. Просто прийти и поменять. Для этого вам нужно досмотреть видео до конца. Из документов вам нужно будет work permit или study permit, украинский паспорт, подтверждение вашего адреса, например, это может быть договор аренды или выписка с банка, обязательно со штампом, и водительское удостоверение. Причем украинское водительское удостоверение они заберут, поэтому обязательно сделайте хорошая качественная фотография с двух сторон до того, как вы придете в регистри. Очень много, кстати, вопросов по поводу польских, чешских прав, так как многие люди уже успели поменять свое украинское водительское удостоверение в разных странах Европы. Да, можете поменять их на канадские без сдачи экзаменов, только с проверкой зрения. При условии, что вы сюда приехали с украинским паспортом по программе QAED. Если вы уже сдали экзамен на класс 7, то так же самое вы без проблем можете без сдачи экзамена на класс 5 получить пластик класса 5. Для этого вам тоже нужно будет прийти и пройти ту же самую процедуру. В регистре у вас спросят, если еще не спрашивали, рост, вес, цвет волос, цвет глаз. Все, вся процедура занимает минут 10 максимум, поэтому не переживайте. Больше времени вы стоите в очереди, чем оформляете все документы. Вам выдадут бумагу, где будет указано 5 GDL. Но не переживайте, через неделю-две вам придет домой по почте пластик с классом 5. Потому что им по процедуре необходимо проверить ваше водительское удостоверение, соответствует ли оно классу 5 полному. Поэтому все будет абсолютно хорошо. Есть небольшие сложности с теми, у кого есть сейчас ID-карта. Но, опять же, я уверен, что это временно. Поэтому собираемся, берем документы, еще раз, паспорт. Хотел сказать паспорт-код, но не в этом случае. Паспорт, work permit или study permit, договор аренды или выписку с банка, водительское удостоверение Украины, преждевременно сделав хорошее качественное фото или скан, сохранив его у себя на компьютере или в почте. И бежим в регистри. После этого регистрируемся сразу же там в Uber, DoorDash, Lyft, где угодно. И начинаем дополнительно зарабатывать деньги. Слава Украине! Героям слава!